Набор в колледжи и вузы Подмосковья в этом году пройдет не по привычному сценарию. Из-за пандемии коронавируса документы от абитуриентов принимают дистанционно. Заявление в колледж или вуз по программам среднего профессионального образования можно подать с 20 июня через региональный портал госуслуг. Для этого требуется заполнить специальную форму, указав личные данные, контакты, учебное заведение, специальность. У нас есть портал, мы заходим через РПГУ, обрабатываем каждое заявление, заявку, присваиваем статусы о рассмотрении, либо отклонении, если не хватает каких-то документов. Елена Кочеткова, руководитель Ленинского структурного подразделения профессионального колледжа «Московия», пояснила, что подать документы на поступление в электронном виде можно сразу в несколько образовательных организаций Московской области. Мы объявляем набор как внебюджетных групп, так и внебюджетных. Бюджетное количество мест 150, внебюджетных также 150. Абитуриент может подать заявление на несколько специальностей одновременно. Но по окончании работы приемной комиссии следует определиться с направлением подготовки. Заявку обязаны рассмотреть в течение суток. На почту абитуриента придет уведомление о статусе его заявления. Либо отклонено, это значит, что не хватает необходимого количества документов, либо принято к рассмотрению. Именно в таком статусе оно будет находиться до 25 августа, до окончания работы приемной комиссии. Статус рекомендовано будет присвоен позже, после того, как у нас закончит работу приемной комиссии. То есть мы уже будем формировать контингент и составлять списки наших будущих студентов. Вступительные испытания в колледже «Московия» организуются только для одной специальности – защита в чрезвычайных ситуациях, которые планируются только после 15 августа. О форме проведения будут уведомлять дополнительно. А 27 июня в колледже состоялся выпускной. Он прошел в формате видеоконференции. В этом году получили дипломы 129 студентов, 17 из них с отличием. Во время мероприятия они благодарили своих наставников за тот путь, который прошли вместе. От лица группы ОПВ-161 хочу поздравить всех преподавателей и руководство колледжа с окончанием учебного года и выразить слова огромной благодарности. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.